my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. Друзья, всем большой привет! У нас сегодня вторник, и начинаю свой новый влог. Я уже с утра встала, сварила борщ, пока дети спали. Вообще, раньше, я помню, когда у меня было трое детей, я всегда готовила супы с вечера. Когда вечером уложу детей, я готовила супы. Это очень удобно, потому что на следующий день ты не тратишь время на готовку, а побольше времени проводишь с детьми. И я сегодня встала, сварила борщ, пока дети спали. На завтрак у них были хлопья, но ничего страшного, зато есть обед. А я сейчас собираюсь поехать на педикюр. Меня муж отпускает, он будет как раз здесь с детками. И, знаете, я буду спокойна, что ему не нужно тратить время на готовку, так как уже все готово. А еще, знаете, когда я была в Питере, Лена готовила нам вкусный борщ. Причем я обычно как делаю зажарку, туда в зажарку кладу свеклу, все это тушится, парится. А Лена мне показала, что можно просто сырую натертую свеклу закинуть в кастрюлю где-то за 10 минут до готовности. Я сегодня то же самое сделала, как готовила Лена. Прям за 10 минут закинула сырую свеклу натертую, и все. И борщ готов, и он красный, он вкусный, и не надо тратить время на вот это вот тушение. Вообще класс. Ну все, я освободилась, красоту навела и поеду сейчас домой, вызвала такси. Я давно уже сама не водила, поэтому за руль не сажусь, но надо потихонечку опять начинать водить, потому что удобно, когда два родителя за рулем. Удобно, да. На улице погода хорошая. Знаете, смотрю, листья падают. Неужели скоро у нас будет осень? Вообще не верю. Но при этом я люблю бабье лето, я люблю, когда теплая осень золотая. Все, такси подъезжает. Пойду. Дома зашла в комнату к мальчикам. Здесь только что занимался Андрей с логопедом, с Викторией. Я так рада. Андрей начал повторять много слов, четко, понятно. Предложение уже строит. И каждому его слову я прям радуюсь, потому что все-таки переживала. Но он очень старается. Виктория говорит, что прям чувствуется прогресс. Здорово. Также у нас сегодня Петя позанимался, у него были дополнительные по математике. Он сейчас в гостях у Ани, но там он продолжает тоже заниматься, он занимается онлайн. И мне вообще, конечно, не верится, что скоро у нас опять 1 сентября, опять учебный год. Я уверена, есть мамочки, у которых детки тоже идут в этом году в первый класс, и, возможно, кто-то еще не все купил, и я решила сделать такой чек-лист, что же вам понадобится в школе, в первом классе. Конечно, сейчас огромный выбор ассортимента в магазинах, полки все завалены, и многие приходят, покупают просто все, но этого делать не нужно, потому что половина у вас просто пролежит. А еще, кстати, недавно посмотрела фильм про исследование детского письма, и теперь мы пользуемся ручкой Ergoline Kids. У нас Андрей сразу взял ручку правильно, Кристина, Ксюша. Я знаю, как сложно бывает деткам писать. У нас сложности у Лёши, потому что он изначально неправильно взял ручку, и были прям сложности его переучивать. Благодаря позитивному опыту с этой ручкой мы и решили Ксюшеньку полностью собрать с Эрих Крауза. Сейчас вам покажу, что же нам понадобится. Конечно же, в первую очередь нам понадобится ранец. Ксюша полностью его уже заполнила, но мне пришлось вытащить отсюда все, чтобы вам показать. Конечно же, ребенку в школу понадобится пенал. Здесь у нас и фломастеры, линейка, ластик, ручки. Карандаши цветные, точилка. Но еще для Ксюши я взяла вот такую вот закрытую точилку. Удобно, когда ребенок на уроках поточит и ничего не рассыпется. Ксюша пенал приспособила в этот кармашек, в это отделение. И сюда же она как раз положила точилку. Дальше, конечно, в первом классе нам понадобятся тетради. Я не знаю, всех по-разному. Кто-то закупает на класс, но у меня всегда есть про запас тетрадочки. И в клетку, в линейку. Мне, кстати, понравилась эта тетрадь. Мне кажется, для нее и обложка не нужна. Но у меня есть разные тетрадочки. И, конечно, к ним понадобятся вам обложки. Понадобятся обложки для тетрадей, для учебников, для рабочих тетрадей.
сейчас рабочей тетради, размер А4, и как раз обложки к ним тоже пригодятся. И я люблю, когда все на своих местах, когда тетрадочки в папке. У Ксюшеньки будет такая папка, в нее удобно сложить тетради, и когда вы положите сюда тетрадку, уберете в рюкзак, ничего у вас не будет выпадать, мяться. Вот так вот все сложил и убрал в рюкзак. Конечно же, Ксюша у нас любит рисовать, поэтому блокнотик тоже ей положим. Еще у нас разные закладки. В наборе было 4 штуки, но Маша себе 2 штучки взяла. Тоже Ксюшеньке положу в это отделение, где у нее пенал. Конечно, обязательно вам еще пригодится подставка под учебники, складная, чтобы брать ее с собой в школу. Тоже убираем в рюкзачок. Такая папка пригодится для рабочих тетрадей, которые как раз выдаст учитель по окружающему миру, неважно. Тоже сложили все в папку и в папочке, в рюкзаке. Ничего не будет валяться, ничего не помнется. Удобно, практично. И учит ребенку организации. Смотрите, отдельные папки я собрала для творчества. В первом классе и вообще в младшей школе всегда есть труд и рисование. Я сделала все по папкам. В этой папке на молнии у нас все для труда, для технологии. Вам пригодятся, конечно же, ножницы, простой карандаш, ластик и такой клей. Чем мне нравится клей? Он непрозрачный, и когда ребенок что-то заклеивает, будет видно, где он проклеил. И главное, что краситель растворяется после нанесения. И для труда нам понадобится пластилин. Сразу набор 24 цвета, но можно и поменьше. Ксюша у нас любит лепить всеми цветами. Также вам понадобится такая дощечка для лепки, цветной картон и цветная бумага. И все вот это вместе вы складываете в одну папочку, и у вас это хранится дома. Когда мы учились в Москве, у нас все вот такие вот папочки лежали прямо в классе. Это удобно. Но где мы сейчас учимся, надо приносить все с собой каждый раз. Поэтому все сюда убираете и обязательно подпишите. Очень удобно, и ребенка это организовывает. И всегда порядок. Так, но в этой папке с ручкой у нас все для рисования. Здесь большой набор. Здесь у нас краски, кисточки. Конечно же, понадобится фартук с нарукавниками, чтобы ребенок во время рисования себя не запачкал. Ну и, конечно, нужен альбом для рисования, простой карандаш и ластик. Сразу, чтобы все лежало в одной папке. И для рисования удобно, чтобы у ребенка с собой всегда была такая подложка, чтобы ребенок рисовал на ней и не запачкал парту, например. И когда ребенок что-то нарисует, он будет убирать свои подделки, свои рисунки в эту папочку и ничего не помнется, и принесет своей маме и порадует ее. А еще вам понадобится такое расписание уроков, отлично организует ребенка. Он будет сюда записывать свои уроки и сам учиться собирать рюкзак. Я слышу, уже дети прибежали, надо будет сейчас позаниматься с Ксюшей. Смотрите, по поводу ручки хочу еще сказать, что сама ручка круглая, но нижняя часть у нее трехгранная со специальными выемками для пальчиков, и как раз это очень удобно, так как ребенок сразу сам берет ручку правильно, и поэтому данную ручку как раз и рекомендую детям подготовительных групп и начальных классов для становления правильного и красивого письма. Грип-зона удобная, пальцы на ней не скользят, и ручка без усилий скользит прям по бумаге, а линия письма получается ровная, тонкая, без прерывистых участков, и, конечно, ребенку не нужно давить на ручку при письме, она и так отлично пишет. Ручка прошла масштабное исследование в НИИ и имеет заключение, которое позволяет рекомендовать продукт родителям детей, которые занимаются в подготовительных группах и начальной школе при постановке письма. Обязательно посмотрите фильм перед тем, как приобретать эту ручку. Я оставлю ссылочку на фильм в описании под видео и, скорее всего, даже закреплю в комментариях, чтобы вы точно посмотрели.
Знаете, я хоть и не школьник начальных классов, но положила эту ручку к себе в сумочку. Так, ну что, мы уже собрали рюкзак, и по плану у меня погладить школьную форму. Вспоминая прошлый год, когда я покупала форму где-то за 5 дней до 1 сентября, в этом году я решила заранее подготовиться, и где-то в июле месяце я уже заказала на Валберес Ксюшеньке сарафан, также выбрала юбочку, блузки тоже покупала уже где-то в конце июля, но хотя бы не в последний момент, как в том году, потому что в том году с этим переездом мы еще долго думали, в какую школу устраивать детей, потом думали переводить их на онлайн обучение, но потом мы познакомились с очень хорошей мамочкой, и она подсказала, что вот есть хорошая гимназия, как раз где учатся наши дети, и вот Ксюшенька в этом году тоже пойдет. Не сразу ее записали в школу, потому что еще стоял вопрос, остаемся мы здесь, не остаемся. Ну а теперь, так как мы уже купили здесь дом, я рада, что мы остаемся в этой же гимназии, что не надо будет переводить детей в другую школу, и Ксюшенька будет учиться вместе с нашими детьми. Единственное, что было сложно, это то, что у нас дети учились в разные смены. Лёша учился в первую смену, старшие дети во вторую, и хорошо, что была нянечка, Сережа, и вот так вот развозили деток, потому что я еще была беременна, за рулем я уже за руль не садилась, ну, непросто. Ну, а я уже погладила Ксюшины блузки, погладила юбку, сарафан. Я думаю, как, если на 1 сентября будет жарко, то Ксюша пойдет в юбке и в блузке с коротким рукавом. Если будет прохладно, она оденет блузку с длинным рукавом и сарафан. Здесь я уже глажу Петину рубашку и Лёшину. В этот раз, в этом году, я купила рубашки в Детском мире, потому что раньше покупала в H&M. Мне нравится качество в H&M, но сейчас все. И в этот раз купила в Детском мире, и мне понравилось качество. Знаете, ничуть не хуже H&M. Вот прям приятный такой хлопок, плотный. И осталось еще купить брюки. У Лёши есть, а вот Пете надо купить, он вытянулся за этот год. И еще нужно будет купить сменку. Ну, время еще есть. Я надеюсь на этой неделе все закупить, чтобы уже на следующей неделе не суетиться и не бежать по магазинам, как это было у меня в том году. Пока я гладила, я положила Настюшу на нашу кровать, она как раз бодрствовала, гулила, я с ней разговаривала, и я недавно прочитала комментарии, и вы спрашиваете: Ирина, что вам помогает от коликов? Вы знаете, вам в первую очередь надо спросить у вашего педиатра. Я знаю, что такое колики, это очень тяжело, но вот у Насти, слава богу, их нет и не было, она действительно спокойная девочка, она поест, сама заснет, пободрствует, потом опять сама заснет. Ну, животик нас пока не беспокоит, и я надеюсь, так и будет. Я знаю, что такое колики, и это очень тяжело. У меня, как Настя, был Петя, Маша и Андрей. Вот они тоже сами засыпали, их не надо было качать. Они хорошо кушали, животики не болели. Но вот у Таи были колики, у Кристины так вообще. Я помню, Андрюша был маленький, он спал всю ночь, грудничок, ему было полгода, он спал всю ночь, но я постоянно бегала к Кристине, качала на руках, давала ей бутылочку, давала ей от коликов. Ой, был, конечно, тяжелый период, и я думала, когда-нибудь, интересно, Кристина вырастет, и вот сейчас она, слава богу, уже давно спит хорошо, и, конечно, нужно это перетерпеть, но это непросто. А я уже погладила мальчиком рубашки, также погладила скатерть, хочу на кухне опять постелить скатерть под жидкое стекло. И теперь по плану я меняю постельное белье в нашей спальне, ну а потом мы пойдем с вами готовить быстрый, но вкусный ужин. Когда жарко, довольно часто меняю постельное белье и решила еще заодно постирать покрывало. Давно не стирала наше белое покрывало, поэтому достала плед. Он старенький, еще из Икеи, поэтому сейчас постелю, ну а остальное загружу в стирку. Здесь я покормила Настю, она уснула, и потом я как раз спустилась уже готовить ужин. Я решила приготовить шампиньоны, покупала еще в прошлый раз в ленте.
Они такие маленькие, что не нужно будет мне их нарезать. Я их только хорошо помыла. Водичка вся стекла. И вот я уже поставила сковородку на плиту. Вы, кстати, спрашивали, где я покупала сковородку. Покупала на AliExpress. И стоила она не очень дорого, но сейчас прям выросла в цене. На разогретую сковородку я налила масло, положила репчатый лук, я его порезала, и когда уже лучок был золотистый, туда уже переложила шампиньоны. Теперь вот так вот все обжариваю, и потом добавлю сливки, ну а после этого уже останется добавить сыр. Грибы у нас едят только взрослые, Таечка, Маша и Андрей. Остальные грибы не едят, и они попросили, чтобы я запекла сегодня картошку. Я ее порезала и в духовку на 230 градусов за 25 минут, и картошка готова. Здесь как раз уже грибочки готовы, и добавлю теперь туда потертый сыр. На самом деле можно и так уже подавать, но я решила еще запечь в духовке, достала свои формочки для жульена, туда переложила грибочки и сверху еще посыпала немного сыра и в духовку. И получилось так вкусно. Если бы была у меня размороженная куриная грудка, я бы тоже туда добавила. Вообще получается прям быстро и просто и вкусно. Но я картошку на ужин не ела, я поела гречку и вот немножко съела грибочков. Так, ну что, Ксюшенька у нас переоделась. Смотрите, как я уже сказала, когда будет холодно, если будет холодно на 1 сентября, прохладно, Ксюшенька оденет сарафанчик и блузку с длинным рукавом. Ну а если будет жарко, Ксюша оденет с коротким рукавом блузочку и юбочку. Да, Ксюшенька? Нравится тебе? Угу. Мы такую пробную прическу сделали. Я не знаю, либо у нас будет два хвостика, либо косички заплету, как уже Ксюша захочет. Такие у нас резиночки. Ксюша, ты что хочешь? Какую прическу на 1 сентября? Два хвостика. Два хвостика? А можно сюда еще кудряшечки сделать. Хочешь? Ну, посмотрим. Ну все, нравится? Угу. Ну а здесь мы с вами перешли в комнату к малышам, будет небольшая мотивашка. Я решила здесь немножко прибраться, уже сама все собрать. Конечно, детей можно попросить, они соберут кое-как, но я думаю, ладно, я сейчас сама помогу им, все уберу. Так, по-быстренькому, не очень качественно. Помните, мы вместе с вами убирали игрушки, лишние игрушки в контейнеры, и я их тогда припрятала, но когда к нам приезжали гости, дети все нашли, принесли в эту комнату и опять все вперемешку у нас. Поэтому сейчас у меня нет задачи все рассортировать. Я просто сюда складываю все игрушки подряд. Знаете, так, чисто, чтобы был проход. Ну а потом как-нибудь на днях, может быть, разберу, а может быть, так и оставлю. Сейчас столько разных забот, что уже не до этих игрушек. Ты ее очень близко к книжечке она держишь. Она в глазах смотрит. Да, ей нравится, как ты читаешь, да? Видишь? Сейчас смотрим. Малышей покупала, зубки все почистили, и теперь мы как раз готовимся все спать. Зашла к старшим, они здесь слушали музыку, у нас сейчас в гостях Люша. Мама! Ты такая воображулик, Ксюнь. Мама!
Дети, куда мы едем? В гости! Куда-куда? В гости! К Кантемирову в гости! Все, садимся, пристегиваемся и поедем. Да, Сереж, поедем? Поехали! Как вы уже поняли, мы поехали в гости к нашим друзьям, к Кантемировым. Аня с Костей нас постоянно зовут к себе в гости, и как-то спонтанно в день Машиного рождения мы созвонились с Аней. Я у нее спросила: «Ань, ты не против, если мы приедем?» Она обрадовалась и говорит: «Конечно, приезжайте». Мы собрались быстро и приехали. Что такая бледненькая? Да. Да, она и на видео, когда я снимаю на камеру, так вообще... Она же вон какая красная, как рачок. Креветка наша, она креветка у нас. Креветочка ты такая маленькая. Настя не поймет, где это мы. Я уже говорила, что мы с Аней дружим очень давно, и наши детки друг с другом хорошо общаются, дружат, и, конечно, с удовольствием приехали погостить. Мы с Аней поболтали, насколько это было возможно. Наши мужья съездили в магазин, накупили тортиков, разных вкусняшек, и потом с детками вместе отпраздновали Машин день рождения, и все остались довольны, время пролетело. Нам предлагали остаться с ночевкой, но все-таки мы поехали домой. Хочется всех вас поблагодарить за ваши комментарии, за ваши поздравления, пожелания. Было невероятно приятно читать. Спасибо, что вы помните, спасибо за вашу обратную связь. И будем на сегодня с вами уже заканчивать видео. Если оно вам понравилось, поставьте пальчик вверх. Так я вижу, что вам нравятся мои видео, и мне хочется еще больше для вас снимать. И увидимся с вами уже, наверное, в эту субботу. Всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья. Всем пока-пока.